Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Особо приветствую из-за подписчиков своего канала на YouTube. Целевой аудиторией моих видеороликов эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой касты. Только брахманы могут понимать глубинный смысл моих эзотерических лекций и тех моих видеороликов, в которых мы рассматриваем те или иные аспекты, тонкости и нюансы процессов, происходящих на тонких планах. Это доступно лишь брахману. Представители второй касты в принципе не могут понять это. В этой связи нам нужно все время расширять количество терминов, аксиом, постулатов и понятий, которые касаются сферы эзотерики. Поэтому мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. Есть такой термин, как вичара. Вичара. Различные школы веданты предписывают своим приверженцам заниматься очень серьезными размышлениями. Дело в том, что человеку необходимо уметь сосредоточивать свои мысли на каком-то одном предмете. Приверженцы веданты учат также, что размышление не есть знание. Размышление является одним из недостатков человека, потому что когда есть знание, мышления нет. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин «вичара». Достаточно серьезный смысл. И естественно, нам, представителям западного направления, это нужно знать и понимать. На этом до свидания, до новых встреч!